Дни открытых дверей в Мордовском университете проводятся регулярно. Их главная цель – предоставить возможность будущим абитуриентам и их родителям познакомиться с вузом. 25 марта состоялся День открытых дверей в Институте физики и химии МГУ имени Огарева. Мы очень заинтересованы в том, чтобы в наш институт пришли люди, нацеленные на получение знаний, ориентированные на будущую работу, на будущее трудоустройство в высокотехнологичном секторе промышленном в нашей республике и ориентированные на научную деятельность. Мы покажем нашим абитуриентам наши новые лаборатории и, одним словом, продемонстрируем преимущества обучения в нашем институте. А преимуществ института немало. Это высокая квалификация преподавателей, новейшие лаборатории, тесная связь с промышленными предприятиями республики и организациями Академии наук, что, несомненно, говорит о высоком уровне подготовки обучающихся и отличных перспективах трудоустройства выпускников ИФХ. Организаторы Дня открытых дверей совместили полезное – презентацию института потенциальным абитуриентам – с приятным – награждением победителей и призеров открытой олимпиады по физике и химии, которую институт провел накануне среди школьников Мордовии. И Наталья Николаевна получает диплом первой степени в олимпиаде «Юные таланты по химии». Мероприятие продолжили разъяснение правил поступления и общение администрации с абитуриентами и их родителями. Я пришла на День открытых дверей, чтобы узнать, как все-таки мы будем обучаться, какой порядок поступления. Я собираюсь поступать в этот университет, потому что здесь очень интересно, мне здесь нравится оборудование, то есть в лабораториях мы уже здесь работали. Вот. Преподаватели все замечательные, с преподавателями тоже в лицее знакомились, то есть работали. После завершения официальной части мероприятия ребята разделились на группы для обзорных экскурсий по лабораториям института и знакомства с условиями их будущего обучения.